Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы находимся в Варне, и сейчас мы отправляемся на юг Болгарии, в один прекрасный город. Нам ехать 170 километров и примерно 3 часа. Всем приятного просмотра! Вот мы и на месте. Вот мы и приехали. Комплекс «Свети дома». Мы поехали заселяться. Внимание. А здесь есть охрана, да. Ой, красивое место. Главный вход. Отель, ресторан, бассейны. Ну ладно, все посмотрим сейчас. Ресепшн есть. Да, наверное, вот здесь. Вот. Наверное, сюда. Смотри, какой тут центральный вход. А вот здесь, да, точно. Так, все, вот здесь ресепшн. Добрый день. Ресторан. Здесь можно поесть. Ой, как у нас кар. Все, садись. Сейчас мы поедем куда-то. Тут ресторан, я вижу, тут уже люди кушают. Эти новые виллы. О, мы практически приехали. Итак, мы приехали. Наш номер 3-3. Это просто вилла. Шикарная вилла. Так, вот сразу входим в ливинг. Вот диванчики. На столике вот тут у нас даже кофе нам 3 в 1 дали. Картинки, кондиционер. Интерьер вообще богато украшен. Так сказать, богато. Посмотри, картины, книги. Книги. Да, библиотека. Но на русском нету. Вот тут у нас бокалы, все есть. Но самое главное, товарищи, это вот это. Этот вид, который ни с чем не сравнится. Несмотря на то, что сегодня очень пасмурно. Но вообще эти виллы построены на самом-самом берегу. Ой, это просто обалдеть. Просыпаться под шум волн, это прекрасно. И такой простор, такой простор. Туда, сюда, куда ни глянь. А вон там Созопол. Формально этот комплекс называется Святой Томас Созопол. То есть он тоже относится к общине Созопол. Но вообще это, конечно, очень классное место. Пока мы в восторге. Не знаю, завтраки включены. Вот такой у нас тут столы и стулья. Здесь мы будем пить вино по вечерам, естественно. Мы не просто так решили сменить диспозицию. Потому что завтра день рождения моего мужа, и мы решили просто побыть в каком-то другом месте, увидеть какие-то новые места. Тут тоже есть кондиционер, тут тоже есть картина. В общем, все есть. Санузел показали? Сейчас еще до санузла мы не дошли, это мы в спальне. Везде вид круговой, 360, вид на море. Это вид из спальни. Да, тут еще есть балкончик маленький, который тоже имеет вид на море. Вот такие волшебные места мы открываем для себя в Болгарии. Мы никогда здесь не останавливались, никогда не были. Я случайно нашла это место практически, просто по местоположению. И просто мне хотелось чего-то очень красивого. Подарить мужу какую-то красивую поездку. День рождения. И мне это удалось. Даже если мы никуда не пойдем, а будем просто сидеть, не есть, не пить. Это уже того стоило. Надо сказать, что комплекс заполнен. В принципе, свободных мест на наши даты мы не нашли. Здесь многие снимают на все лето и живут очень долго. Которые на зиму. Это вид из нашего окна.
Нас привез мальчик на этом прекрасном автокаре. Слушай, вообще красота. Почему нет сегодня хорошей погоды? Как жалко. Ну, вообще вид обалденный. Правда? Да, симпатичный. А теперь я расскажу вам, как мы сюда добрались. Мы приехали на солнечный берег. Это у нас заняло полтора часа примерно. Температура воздуха на солнечном берегу такая же, как в Арне, 25 градусов. Мы приехали на OMV пить кофе. Дизель стоит 3,57. Но это такая средняя цена по Болгарии. Обычно там от 3,40 с лишним до 3,80. Заправляться не будем? Помните, просто бомба. Угу. Это точно. Вот у тебя страждущая голодная собачка рядом, на фоне тебя. Собачка вот тут пришла, баницу поест с нами. Вот как украшает столики. Это все на заправке OMV. Тут целое место для съемок. Красота. Вот так едешь-едешь и увидишь что-то красивое. Это дорога на Бургас. Мы довольно редко ездим по этой дороге. Но вот я вижу, тут был недострой, но уже два корпуса что-то вроде сдвинулись с места. Да, вот это новый комплекс Wave. Чем отличается природа в Арне от природы в Бургасе и окрестностях? Здесь равнина, а в Арне такая довольно живописная холмистая местность. А сейчас, друзья, мы в районе Созополя, едем в магазин за продуктами. Погода улучшилась и подарила нам прекрасный закат. Домашний ужин на закате. Здравствуй, новый день. Ага. Просто Новый год. С днем рождения, дорогой. Спасибо. А вот пляжик наш. Начался, видишь? Новый год. Новый год. Вот видишь пляжик наш за заборчиком. Это у нас джогинг. Спортсменки. Да, и мы тоже спортсмены. И мы идем на завтрак. Красота. Вот фосейл, видишь, наверху продается портами. И здесь такой вид на море тоже неплохой, с угла. Ой, добрый день. О, смотри, ласточки. Ой, посмотри, как они на окна-то. Ужас, ласточки. Ужас, как они любят здесь свивать свои гнезда. Да, ну убирают здесь отвратительно. А уже кончился? Да, ну, у кого кончился, у кого начался. У кого? А смотри, как красиво. Добрый день. Добрый день. Какая дизайнерская находка чудная. Это я смотрю в стеклянное окно в полу. Вот так. Смотрю в потолок. А ты говоришь, все уже закончилось. Вот, еще ничего не закончилось. Так, ну что, яичница? Ну, конечно, а что? Первым делом. Так, беконы, бутерброды, колбаски. Так, а здесь фрукты. Мюсли, винья, водички. Угу. Ну, так вот. Наш скромный завтрак. Вот такая погода.
сейчас пройдемся в солнечный день. А сегодня и бар при бассейне пустой еще пока. Ну, какое небо сегодня, обалдеть. И сегодня ветер. Вот такой бар при бассейне. Добрый день. Это откуда такая прелесть? Нет, это старинный какой-то буфет был. Какая-то старинная мебель. Супер. Здесь библиотека у нас. Чудесно. Можно взять книжечку в баре и полежать на бассейне. А вот это джакузи. Видишь, как тут здорово. Так, вот качели. Супер. Сиди, качайся. Так, здесь проход вниз. Да? Почему ты думаешь? Ну, сейчас посмотрим. Заметила? Да, ветер. Ветер крепчает у нас что-то. Просто птицы поют, тишина. Мы уже позавтракали. И заодно и прогулялись уже немножко. Вот лодка. Старая рыбацкая лодка Святой Томас. Что-то жуют. Красавчик. Ах, как бы нам вот туда-то. Как бы нам туда-то спуститься. А теперь фотосессия с ветром. Все. Будет весело. Пошли. У нас пошел дождь. Как сильно льет из трубы, смотри. Распугали весь пляж. Мы только собрались купаться. Сегодня мы идем на пляж. После дождя. Моля. Вот можно прямо из комплекса, вот по такой живописной лестнице, спуститься к пляжику. Прошел дождь, но прохладнее не стало. Стало даже жарче. Никуда далеко ходить не надо. Так, вот это тут даже написано. Пляж Святи Тома. И открыт он до 18 часов. Ну что, прекрасное место. Здесь такой тупичок. О, чудесное место. Сейчас мы с вами протестируем водичку. Здесь можно бесплатно взять лежаки. Так. Ну что? Ой, водичка тепленькая. Да. И даже чистенькая.
пляж Дуни Уге. Морской пляж Сутитама. Работное время, задолжение. Классификация воды 3 звездочки. Вот мы пришли праздновать день рождения Вити. Избрали? Да. Рыба? Рыба. Рыба на пешке с мачистом под этим кузнецом. Стоят там. Да. День рождения. Спасибо, дорогая. Говоришь, что в этом ресторане очень хорошо готовят. И мы сейчас это проверим. Затестим. Кофе зачет. Кофе зачет, да. Вот мы уже выпили по чашке кофе. Так, вот это у нас скариды шашлыки. А вот это скариды, то есть это креветки с лимоном. Как ты? Макаем. Макаем, так. Ну как? Не понял. По-моему, вареные креветки. Да. Так, все, ребята. Сейчас я буду тестить. Посмотрим. Так, креветочка. Мы ее так снимем. Никуда не выстрелили. Так, лимонный соус. Так, макаю. Как следует смачивать. Кислый лимон. Хочешь, тебе дам? Ну, креветочка идеально вычищена. Зая, так. Где ты? Мне надо, чтобы ты был в кадре. Ну-ка, попробуем. Давай. О! Зачет. Подоспели новые блюда. Тыквички с соусом. А это ципура, но она вся разделанная. Да, это филе. Да, и небольшая порция, чудесная. Да, нормально. Да, вот сейчас наша вторая часть пармезанского балета. С пармезаном. Да, наша вторая часть праздничного ужина. Так, затестим. Давай. А ты знаешь, что ты не заказала? Чего? Ну, что ты хлеба. Всегда, да. Угу. Да, пырленка. Да. Пырленка с чесноком. Да, но я сейчас думаю, что я на похудении, поэтому мне пырленки вредны. Так, так. Так, давай тестим. Пробуем. Я уже на тебя просто вся внимание. Ну-ка. Давай. Ты главное, там кости, если есть. Нежное мясо. Шипура. Вкусно? Да. Это хрупкавое. Хрупкаво с соусом. Давай. Да. Отлично, давай. Тыквички. О, кость есть. Вот так. Ну давай. Еще есть? Лапс. Так, ладно. Кость отдельно, но естественно в любой рыбе. Так. Нормально? Одобряем? Так, все, пошли дальше. Давай так, сначала вот креветочка. Ну. Креветочка. Голову. Голову ей сворачиваем. Так, кусочки вынимаем. Да. Дальше. Дальше обсасываем. Обсасываем. Обмакиваем. Смачиваем. По уши мы находимся в этом самом соусе. Не по уши. Ресторану зачет. Блогеру 2 зачета. Кино закончено. С
ценам тут понятно, да? А вот есть торта светистома. 8 лир. Ну, тут всякие ризотто. Так, все, студийные предъестья, горячие закуски, грыши, дроп, поднесен, мантия на синемаковое семя, вверху канапе от ананас. Представляешь, гусиная печень, поднесенная на мантии синего макового семени, да, на луже из ананаса. 29,60 лева. Так что много тут вкусного. А вот эти тыквички просто рекоменд. Да, вот 11,90, вот это рекоменд. Все, мы так мы посидели в ресторанте. Этот день закончился. Завтра мы отправляемся в Созопол. Приглашаем всех прогуляться с нами по старому городу. Всем приятного просмотра, добра и мира!